на скорости, по темпу получилось у Реала. Иско. Вот этот пас был и хорош. Ну, Бензема здесь выдержал паузу. Ну и сгрудились в одну точку игроки. Через стенку пытался пробить там от руки. От руки Альберто Морено. Мяч влетел. Причем откровенно рукой сыграл здесь Альберт. Там-то уж вообще 2 метра до штрафной было. Однозначно. Здесь какая пограничная ситуация. Арбитр мог бы ограничиться штрафным. Ну и рано. И браво Севильи, что воспользуется этим. Смотрите, какая скорость у Виту. Там в валенках за ним бежит Арбелоу, ничего не может поделать. Ну и молодцом Самперио, какую передачу выдал. И твои голы обязательно придут. Ну вот он футбол. Да, не забиваешь ты, забивают тебе. Пусть банально, но к месту и по делу. Момент у Хайроса. Занимал с тела самого Криштиану. Кто порвал? Бейл, 2 голевые, пожалуйста. Забитый пенальти в первом тайме положил начало своему хет-трику. Так вот, подхватил мяч и рикошет. Пусть рикошет. Но он же нашел эту возможность для удара. Вот Нико играет.